день! В эфире телеканал Пират ТВ. Репортаж прямо с корабля всем известных Мугивар. И в ближайшее время вас ждет увлекательный рассказ покорителя Грандлайна, лидера пиратов Соломенной Шляпы, неподражаемого и неудержимого Монки Ди Луфи. А, это вы мне? Конечно! Это ведь вы, легендарный Мугивар, Монки Ди Луфи. Вообще-то, капитан Монки Ди Луфи. Смекаете? Да. А не могли бы вы показать нам корабль, на котором вы обошли половину мира? Нашим телезрителям наверняка это будет очень интересно. Конечно, пошли. У вас ведь есть медицинская страховка? А, точно. Даже если нет, вы можете обратиться к нашему доктору. Молодых белых котят. Ой, что это я? Ой, какой милый олененок. Заткнись, я знаю, такая женщина. Неужели он всегда так общается? Правда, он очень милый. Да, похоже, и прям надо было страховку делать. Беги за домом, беги за дома. Беги, пока я зажигаю. Беги за домом, беги за дома. А сейчас, дорогие телезрители, мы находимся в машинном отделении корабля, где всем заведует плотник команды Фрэнки. Да, мэм. Ау! Яу! Я думала, вы будете выше. В обычной форме я высокий. Ау! Это моя супа-чиби-форма. Просто иногда кое-кто в колу добавляет растишку. Это же вы построили этот шикарный корабль. Как вам такое удалось? Фрэнки, ты почему не починил этот дурацкий дентенмуши? Он все еще заедает. Ты видишь, даже позвонить нельзя. А теперь я, кажется, понимаю, как вы построили корабль. А ну молчать. Фрэнки, выйти из строя. Есть выйти из строя. Ух, ни на минуту нельзя оставить. А вы наверняка та самая кошка-воровка Нами. Самый лучший навигатор на Грандлайне. Да, это я. Это же вы обокрали 10 000. Стоп, у меня есть нечто, что будет вам куда интереснее налегкого прошлого скромного навигатора. Такого материала для репортажа не было еще ни у кого. А что мы делаем с собой? Мы смотрим туда. Вы должно быть повар? Твое слово, пупсик. Я буду тем угодно. Санджи, мясо! О, так они еще живы. Крепкие ребята оказались. Мальчики, меня сегодня не ждите. Я в бар, то есть иду разведывать обстановку, изучать историю местного острова. Если придет начальник порта, скажите ему, что я в археологической экспедиции. Если придут из морского дозора, выбросите за борт сундук из моей каюты. Так они ничего не докажут. Чопер за главного. Все, я ушла. Куда? Простите, прекрасная Мелани. Сейчас я выкину этого гондола. Он за последний зал. Если я чешу за трюки, не беда. В голове моей обилки, да. Но хотят там и обилки, выкричал и им обилки. Простите, а вы случайно... Но мы же медитируем. Простите, но... Вижу, вы медитируете. Вы управляете своим разумом и достигаете просветления. Я присоединюсь к вам. Это разумно. Просто погасите свет. Я думаю, что не должен отвлекать вас разговорами, но... Тихо, смотрите, старик.
Неважно, говори. Вообще, ну что? Я внезапно почувствовал, что хочу в туалет. Не надо каждый раз спрашивать моего разрешения для таких вещей. Это... Ноги затихли, и не могу встать. Разве у тебя на ногах есть мускулы? Зара-сан, я сейчас опищаюсь. Сенсой, эй! Я тебя отнесу. Ура, спасибо вам, капитан, за возможность запечатлеть серые будни такой великой команды. Эй, Чоппер, помнишь, ты мне говорил про какой-то взрывчатый реактив? Где он сейчас? На складе, в южной части острова. Но там же ящики с динамитом. Ты это заснял? Да. Это будет сенсация! Боже, лучше бы я этого не видел. А? Хотя, у меня же нет глаз. Скоро на этот взрыв сбегутся все дозорные с этого острова. И, возможно, нас поймают. Тогда нас казнят. На месте. Возможно, самым извращенным, самым жестоким способом. Робин, ты не могла бы не говорить таких страшных вещей? Отлично, тогда пора сматываться отсюда. Эй, Зара, куда нам лучше убирать? Отлично.